Добрый вечер. Перед нашей встречей пересмотрел энное количество интервью, все невозможно, жизни не хватит. Наибольшее количество просмотров, как ожидаемо, вашей беседы с Юрием Дудем. Верно. Чем объясните феномен юноши? Первое, он очень любопытен, и это видно. Он плавает в тех темах, в которых такие гости, как я, у него редкие по политике, да, путиноведы. Да. Вот, ему действительно интересно. Он смотрит и понимает, как это может быть. И я думаю, что зритель чувствует искренний интерес. Искренний интерес. Более того, его аудитория, она такая же. Я когда после интервью вышел здесь с Нового Арбата, стоит, целуется парочка, так, лет 20, 16, может быть. Парень повернулся, сказал, о, говорит, чувак из Вдудя. И я понял, что на седьмом десятке я стал чуваком из Вдудя. Слава меня догнала. И, собственно, я пришел к Юрию. Я сначала ему отказал, потому что аудитория не моя и не очень мне интересно. Мне это зачем? А я написал своему сыну, которому 17 лет, что вот позвали, а я гордо отказался. Он мне пишет, папа, ты лох. Тебе оказана великая честь, Дудем, а ты кабенишься. И я пошел, чтобы сына не разочаровывать. То есть это другая аудитория, которой мой мир совершенно не знаком, не интересен. Это что-то, знаете, из персидских войн древних. Вот это вот я. Я оттуда, я ископаемое. Но живое ископаемое.